Конец года – традиционное время для подведения итогов работы всех структур и ведомств. Неплохими результатами может похвастаться сектор обрабатывающей промышленности. Индекс промышленного производства на данный момент составляет рекордные 100,8%. Индекс промпроизводства в обрабатывающей промышленности в этом году показывает хорошую тенденцию и впервые превысил общероссийскую динамику и составил 100,8%. Специалисты отмечают, среди предприятий-лидеров, показывающих хорошую положительную динамику, значится авиазавод «Авиастар СП». Только на прошлой неделе в Ульяновске состоялись испытания летного образца транспортного самолета Ил-76МД-90А, предназначенного для нужд Минобороны России. По контракту «Авиастар» должен поставить 39 подобных самолетов. 4 из них уже сданы в эксплуатацию. Также на «Авиастаре» ведется строительство большого топливозаправщика Ил-78М90А. Воздушное судно должно быть сдано в следующем году. Показатели в объемах по плану мы в 2016 году, и уже прогноз показывает, что с небольшим ростом заканчиваем год в объемах производства по сравнению с 2015 году. В объемах 5 миллионов 380 человеко-часов. Среди перспективных проектов ульяновских авиастроителей создание компонентов для авиалайнера МС-21. В рамках кооперации завод поставляет панели, обшивки и хвостовые отсеки фюзеляжа на Иркутский авиазавод. За 2016 год полностью был отгружен второй самолет, который сейчас собирается в ЦАГе для ресурсных испытаний. Значит, отгружен полностью фюзеляж третьего самолета комплекта. Значит, готовимся к отгрузке хвостового оперения на третий самолет комплекта на Иркутский авиационный завод. Значит, полным ходом идет сборка четвертого самолета комплекта. В планах на следующий год сборка еще 4 самолета комплектов для МС-21. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.